Здравствуйте, уважаемый Илья. Мы жильцы дома 40А по улице 20-летия ВЛКСМ. Дом этот является архитектурно-историческим наследием города Воронежа. Вот такая ситуация. Раньше вот такого не было. Теперь здесь управа центрального района нанимали каких-то подрядчиков. Вот посмотрите, как вода, вот видите, просто впрямую шурует, вот так течет. Вот, подняли, здесь положили вместо асфальта плитку. Плитку положили выше уровня подъезда. И теперь, когда вот, такое, вот такая ситуация, все вот это постоянно затекает в подъезд. Вот это просто, ну, вы понимаете, мы тут с соседями целыми днями пытаемся как-то эту воду откачать, она постоянно затекает. Вот я уже вынесла кучу ведер. И вообще, вот это вот архитектурное здание, оно находится, потому что постоянно нас заливает. Мы проживаем вот в таком вот безобразии. Никто не хочет ничего делать. Это просто мы платим, все делаем так, как нужно. Но вот такое безобразие творится постоянно. Летом нас заливают со двора. А вот зимой мы постоянно вот находимся вот в таком ситуации. Мы все время с совками и ведрами. Невозможно ни на работу не выйти, ни все. Потому что если выходишь на работу, вода попадает в квартиры. Помогите, пожалуйста.